Каждый год в последние выходные ноября в клубе самодеятельной песни и туризма «Горизонт» полно гостей. Здесь собираются любители хорошей музыки, друзья клуба и его воспитанники. Фестиваль в конце ноября для всех становится главным и долгожданным событием месяца. Окса – одна из постоянных участниц. У каждого места есть своя какая-то аура, и вот эта вот аура этого места, она какая-то очень добрая и теплая. Изначально в конце ноября существовал как небольшой фестиваль друзей-музыкантов, которые делились друг с другом творчеством. 12 лет спустя в программе концерта уже 20 выступающих. Среди них авторы и исполнители из городов Видное, Домодедово, Москвы. А зал полон гостей, которые отмечают уют и камерность события. Сейчас можно увидеть и услышать электрические инструменты, бас-гитару, там разные, даже ребята некоторые читают рэп. То есть это уже современная форма, это не устаревшая как бы авторская песня, которая не всегда бывает некоторым понятна, молодым, да, а это реально живой очень фестиваль. Воспитанники клуба «Горизонт» рады подобным событиям, а руководство выражает благодарность за помощь в организации, учреждению по работе с молодежью и энергией и отмечает, как воодушевляет ребят фестиваль. Развивает вкус к музыке, развивает вкус к поэзии. Кроме того, просто часть выступающих – это, в принципе, их ровесники, и, наверное, появляются какие-то дружеские связи. Один из участников фестиваля, Илья Никифоров, под сценическим псевдонимом «Кашерский кот» выступает здесь уже второй год с песнями собственного сочинения «Под укулеле». В выступлении ему помогает подруга Диана. Артист не только порадовал зрителей знакомыми песнями, но и представил композицию «Зараза», которая войдет в будущий альбом исполнителя. Я зараза, 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 распространяюсь везде, где увижу. Я паразит, 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 опять гангер, где мой диклофон. Песня «Зараза», она о том, как вот человек себя ощущает внутри социума. Большинство моих песен современных – это переживание, это рефлексия о чем-либо. Но рефлексия, которая выходит в какой-то вывод. Хороший причем, я надеюсь. В конце ноября уютный небольшой фестиваль, открывающий зиму вот уже 12 лет. Музыка здесь, как и аудитория, разная, но любовь к ней у всех одна и большая. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.